Вот это мои помощники, вот они, работяги, по 100 рублей заработали. Вот эту 3-литровую банку, они делили, каждый из них, мелкие, крупные. Потому что это у меня так называемый ассорти. Так, это, допустим, с 5 из 10 деревьев. Вот. А кухня такая, значит, потребности клиентов разные, кто хочет сухие, а они еще, видите, время вышло, а они еще не засертифицированы. Вот. И дополнительная банка. И кто-то хочет на подвой, это вот с этой, вот, а кто-то хочет, чтобы были корни собственные. Вот такие крупные, условные разделения. Но хотя бы такое, когда закончились, казалось, ну куда дальше собирать? Мыши посидят. Нет, пожадничал, а потом решил, нет, все-таки это. И вдруг одна, а второй, третий заказ. Нет, хочу сам. Нет, хочу с запасом на год. Пришлось разделять. Подвойное, привойное. Вот ребят по 100 рублей заработали, эту банку перебрали. Думаете, легко? Вот.